Всем привет! Вы на канале Принцесса Виктория. И сегодня мы с папой будем открывать вот этот конструктор. Всем привет! Давай покажем. Это вот один из нераспакованных конструкторов, которые остались с Викульного дня рождения. Называется Бун Чемс. Здесь вот 400 различных штук. Вот, да, Вика? Что, да. Здесь, что здесь еще есть? Говори, показывай. Можно кинозмею делать. Змею делать? Да, еще здесь можно вот такую страшилку делать. А ты не боишься змею? Нет, я не боюсь. Угу. Вот когда маленькие змеи, я не боюсь, а когда большие, я боюсь. Да? Да. Ну что, будем открывать? Да, я буду делать первую большую змею. Давай. Я очень люблю змею делать. Да, так. Давай, давай я. Подожди, подожди. Здесь у меня упаковка. Так, открываем. Так, аккуратненько. Подожди, подожди, подожди-ка. Здесь еще одна. Аккуратненько. И еще одна. Да, что много у нас такие. Вытаскивай скорее. Нет, нет, мне надо лежа. Вот так вот положи. И вот эту вот штучку тяни на себя. Ух ты! Розовый! Да, розовый положи. Ой. Положи их сюда. Потому что их можно сминать, их можно соединять между собой. Пожалуйста. И создавать всякие штучки. Ой, а это что такое? Ой, это можно страшилку, можно вот таких крыльев. И вот такая вот инструкция у нас идет в комплекте. Здесь у нас нарисованы всякие зверюшки, которые можно создавать. Даже можно делать. Да, даже здесь змеи. Даже летучую мышь можно делать. О, да, я так и знала, хотела сказать ребятам. Да? Да. Угу. Так, ну хорошо, давай вот это вот тоже откроем. Там показывают, еще надо ладошки вот так нажимать. А я пока начну делать змеи. Да, начинай делать змеи. Я пока открою вот это. Ух ты! Показывай, что тут есть. Там еще крылья, и тоже мышки есть. И тоже мышки есть. Крылья. И тут какие-то ноги. Вот еще ноги. Смотри, еще вот ноги. Вау! Да, вот такие ноги. Вот такие ноги у нас есть. Дальше. О, шляпа. Две ручки. Вот такая есть шляпа. Смотри, а какая. Есть такие ручки. Да? А вот смотри. А это что? Еще это что, одна рука. Это корона. Корона. Шляпа. Так, ну все, давай. О, даже делать. Очки есть. Так, а кого мы будем первого делать? Змею и длинную. Там на коробке показывают, вот еще можно змею. Вот она, длинная змея. Да. Вот она такая вот змея. Давай, соединяй разный цвет. Давай берем. Вот я хочу простой. Ну почему? Мы можем разные делать. О, я еще могу делать и красного. И красную, да. Вот так вот соединяй их в ряд. Давай, ты делаешь пока змею. Ой. А мне что сделать? А тебе надо летучую мышку собрать. Летучую мышку? Давай попробуем летучую мышку. Так, мне нужно зеленый, фиолетовый. И оранжевый. Так, и мне еще нужны крылья, очки, ноги и антенны. Да, вот крылья фиолетовые. Вот очки. Да, вот у нас будут крылышки. Так, теперь вот такие. А уж еще и шляпы делать. Нет, шляпа не нужна, нужны антенны. Вот такие вот, одна антенна. И где у нас еще одна? Вот вторая антенна. Вот. И зеленый вот такой вот. Такой вот набор. Так, давай скомкаем. Вот так вот комкаем. Вот такой вот. Тело получилось. Теперь надо ноги. Вставляем ноги. Мы будем это на инструкцию смотреть и будем мы это все делать. Да, вот у нас ноги уже есть. Так, теперь что? Крылья. Надо вставить крылья вот так вот.
куда-нибудь вставляем крылья. Вот так вот одно крыло. И здесь дырочка какая-то. Да, вот так второе крыло. Ой, упало. Да, но мы все равно помним. Ты пока делай змею. Да, я начну. Второе крыло. Вот крылья готовы. Я могу сделать разные, мне еще и нужен такой цвет. Так, теперь нам нужны... Ой, что-то у меня крыло не держится. Ой. Да, никак. Ребята, что-то крыло у папы не тянется. Так, никак. Вот мы сделали ноги, крылья, и теперь... А я сделала... Давай вот так вот вставляем очки. Пап, смотри, какая еще у меня змея. Сейчас я ее сделаю. Делай змею. Так, вот а лицо точно ее сиеное, но у нас нету колючек сиеного. Так, а фиолетовый? Просто вот такие. Я могу сделать из оранжевого. Сейчас я пока выполню. Я пока сделаю усики. Вот так вот давай. У меня уже почти большая змея. Вот смотри, папа. Так. Ребята, мы потом вам покажем, что у нас такая работа получилась. Да, что у нас получилось в результате. Вот один ушко. Вау. Антенка. Какая-то антенка. Как инопланетянин. Вот. Вот. Папа, покажи нам. Сейчас, подожди. Я покажу. Ой, очки упали. О, надо краски еще прилепить. Где наши краски? Вот. Очки. А. Ой. Краски, а еды нет у нас. Ой. Да что, уже все падает. Да, никак. Вот это два. Я еще сначала розовый, потом желтый. Потому что мой любимый цвет красный, розовый. Фиолетовый мой самый любимый цвет. Да. Да. А мальчишки... А мне осталось прилепить только рот. А мальчишка любимый вот такой оранжевый, черный, голубой. Синий. Смотри, Вика, у нас получился вот такой вот летучая мышь. Посмотри, Вика. Как ты думаешь, он похож? Похож. Ребята, как вы думаете, получилось у меня? Ребята, напишите в комментарии, у кого такая мышка летающая? Кто настоящая, а кто игрушная? Вот я ее вот сюда поставлю. Что-то у меня отпало. Рот и очки. Ну ладно, это не смешно, мы не будем смеяться, да, ребята? Да, над папой. У меня уже почти длинный змея, смотри на мою змею, папа. Сейчас, секунду, дай. Вот так. Эх ты, давай делай скальки. Да, я покажу потом, я вам, ребятка, папа, у тебя отлетел в рот. Опять отлетел в рот, да что же это такое? Ладно. Да, какая-то летущая мышка у нас плохая. Неслушница. Ну давай просто краски сделаем, а не очками. Не-не-не, здесь вот есть... Я понял, Вика, смотри, здесь вот есть вот такие дырочки, видишь? И туда вот можно вот это все вставлять, и оно будет хорошо держаться. Вот я рот вставил, сейчас я... Вот, вот это да! Вот, сейчас я вставлю ему глаза. Все-все-все, сейчас все получится. Да. Вот, теперь я вставила ему глаза. Вот. И сейчас я вставлю антенну. Ребята, у меня уже почти вот такая длинная змея, вот такая, посмотри. Ну, как очей. А вы представляете, что у нас есть вот такие, что можно вот такие качи, которые можно спать, и они еще качаются. Это что это за качели такие у тебя? Ну, я видела у папы, это вот крылюши вот такие, очки есть. Понятно. Так, ну вот, почти готово у нас правильная летучая мышка. Сейчас ты покажем. Вот. Вот. А вот такая летучая мышь получилась, смотри. А теперь всё на месте. А змея будет... страшный, и он будет страшный. Зачем? Но он стал добрый. Добрый, конечно. Зачем нам страшный змей?
Так, а кого нам еще можно здесь собрать? О, дракона! Дракона? Да это я буду всю ночь дракона собирать. Не, надо что-то попроще сделать. Ну сейчас... Ой, лягушка. Смотри, лев, лев. Вот лягушка, лягушка. О, можно цветок? Смотри, вот такую лягушку. Хочешь зеленую? О, да, можно цветок даже сделать, папуя. Да. Цветок можно сделать? Да. Ага, красивый. Нет, я сейчас попробую сделать вот такую вот. Ой, а лягушка, нет, лягушку я не буду делать, потому что лягушка тоже зеленая, и летучая мышь зеленая. Придется эту летучую мышь сломать. Не надо, не надо. Она же долгая. Я вот этого, я попробую сделать сейчас, ребята, вот такую вот птичку синенькую. Вот такую птичку. Ой, да, давай. Да, давайте. Вот, бери вот такой синенький. Тихо, тихо, Вик, аккуратно. Я понял, давай летучую мышь вот сюда поставим. Давай, вот, мне синий. Вот тебе синий цвет. Я начинаю делать, так катаем птички шарик. Птички не бывают голубые, но все равно сделаем. Почему не бывают? Птички разные бывают. А, голубые. Это голубой цвет, походит у такого неба. У нас сейчас почти темно, сейчас мы сделаем. Да, у нас уже вечер. Да, почти темно. Так, а где у птички глазки? Папа, длиннющий с меня. Это все мое. Твое, а где мое? Мне нужны глаза для птички. Клюв. Ты видишь клюв? Клюв? Вот, я нашел клюв. Вот. Вот такой вот это будет у нас клюв. Сейчас я сразу его сделаю. Вот так вот возьмем. Вот клюв. Так вот клюв. Да. У нас будет. Вот. Так, 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 где у нас? Так, 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 так. Вот так вот. Вот. Клюв готов. А у меня свинья почти готовая. Ага. Так, вот я нашел лапы. Сейчас сделаем ему лапки. Есть. Я уже желтый цвет делаю. Молодец. Так, вот. Вот. Птичка с клювом и с лапами. Так, и мне нужны желтые. Это у него будет... Желтые у него будут как бы крылышки. Так, раз, три штучки мне нужны. Теперь мне нужно. Крылышки с одной стороны. Так, теперь мне нужно именно вот такой цвет. Угу. Чё, ты долго лепишь змею, Виколь? Вот так вот крылышки. Ну, если могу, я сделаю из оранжевого и личко. Так, Вика, у меня остались только глазки, но я что-то не могу их найти. Ты не видишь глазки для птички? Глазки должны быть. А ушечки? Вот они. Ура! Нашли мы глазки для птички. О, покажи, покажи. Вот. Ух ты, о, да. Пап, вот. Смотри, какая змея. Все, птичка готова. Смотри, вот. Какая змея. Вот, смотри, птичка. О! Ух ты, вот и птичка готова с клювом. А я немного раньше сделаю, и у меня будет змея как мовой. О, у тебя змея прям на весь стол, да? Да, большой. А то маленький стол нам не нужен. Слушай, а где у змеи язык? Должен быть язык. А вот язык оранжевого цвета. Нет. Должен быть большой змеиный язык. Но что-то его нету. Нигде мы его не потеряли? Нет? Нет, не потеряли. Ну ладно. Давай я пока тебе сделаю для змеи глаза. Давай. О, давай, это я не умею. Так, с ним глазик будет. Глаза, глазки у нас вот белые с черными. Вот так вот. Ну что, у тебя готова голова змеи? Да. Дай-ка мне голову змеи. Давай. Сейчас мы ее так вот прилепим глазки. Вот так вот. Один да. Глазик. Да, второй. И второй глазик. Ну ладно, давай язык сделаем из таких вот красных штучек. И он на конце будет вот так вот раздваиваться. Вот так. Давай прилепим. Да. Вот так. Вот, смотри. А из красного что оптимизировать? Ничего, покажи-ка, смотри, вот. Все, показывай свою змею. Скорее показывай ребятам, что у тебя получилось. Ой. Ребята. Ешь ты? Опа. Какая длинная змея получилась. Давай я буду держать голову.
Подожди, она не сбила. Ой! Ой! Вот так. Давай, бери хвост. О, даже можно медузу сделать. Да. Вика, бери хвост. Бери змею за хвост. Давай. А давай корону уже оденем. А, давай. Это будет змея с короной. Давай вот так вот. Вот. Ай. Стоп-то. Бери за хвост скорее. Да, покажем, я... какая длинная. Вот такая длинная. Вот да, так. Ребята, вот такая длинная змея у нас получилась с короной. С короной, да, вот. А вы напишите в комментариях, у кого такая игра есть. Да. Может быть, кто-то уже делал змею и знает, где нам взять язык. Так, Микуля, ну все, я думаю, нам на сегодня хватит. Ну да, на сегодня. Давай прощаться с ребятками. В следующий раз мы что-нибудь новое с тобой сделаем, да? Из вот этой инструкции мы в следующий раз сделаем что-нибудь новое. Вот здесь есть да, мишка, здесь этого. Цветочек. Этот раз мы сделаем такой наборчик дракона и медузу. Дракона и медузу, да. Давай покажем, что у нас получилось. Вот такая летучая мышь у нас получилась, да? И змея. Вот такая вот змея у нас получилась. И... и птичка. И птичка. Все, ребята, всем пока-пока. Ставьте мне лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.